Привет, с вами Шара Геймс. И сегодня взгляд моего всевидящего ока упал на браузерного монстра под именем Dragon World. Ну что, посмотрим, что это и с чем его едят. Старые добрые пошаговые бои. Сколько родного в этой фразе сердцу бывалого игрока. Но что если я вам скажу? Есть одна качественная браузерная игра, которая зайдет вам по вкусу. Не верите? Следите за мной, сейчас я вам все открою, все секреты, никакой магии. Итак, Dragon World, RPG про драконов для мальчиков и девочек от 7 до 70 лет, с красочной картинкой и мастерски прорисованными задними фонами, разнообразием персонажей и интересным сюжетом, органично подходящим для игры про драконов. Это MMORPG затащит вас в свой мир и задержит там не на один час. Огромное количество экипировки с возможностью заточки, маунты, петы, а также обширный список юнитов в твой отряд. Это лишь только костяк, на котором держатся PvP-арены, данжи, фракционные войны и различного рода активности. Приправлено это все щедрой порцией всяких внутриигровых плюшек в виде бонусов. Вообще, почти за любое действие в игре вас будут забрасывать золотишком и всякими вкусностями, такими как внешки на маунты и крылья. Да, в игре есть такой аксессуар, летать на них, увы, нельзя, но выглядят они, кстати, очень симпатично и повышают характеристики. Ваш отряд состоит из главного персонажа, кстати, надо будет выбрать, кем играть, мужчиной или женщиной, а также 5 ваших компаньонов и одного дракончика. Юниты разбиты на ДД, танки и поддержку, так что расстановку надо будет выбирать с умом. Как я уже раньше говорил, развивать в этой игре можно все, так что прокачка солдат и дракона в этой игре тоже есть. Пошаговая боевая система выполнена крайне проработанной, а наличие функции автобоя вообще никак не портит картины. Но вот в PvP-битвах для большей эффективности ее все же придется выключать и прожимать скиллы руками. Игра полностью на русском языке. А это значит, что самые внимательные смогут оценить все пасхалки разработчиков, которые связывают Игру Престолов и Dragon World. Одна из прелестей данной игры в том, что ее можно запустить на любом ПК и бесплатно играть онлайн в любом месте, где есть доступ в интернет. Будь ты на отдыхе или у бабушки в деревне. Ничего не нужно скачивать на компьютер, просто заходи в браузер. На этом у меня все. Пиши свои отзывы в комментариях к видео, а также какие знаешь еще игры про драконов 3D. Я обязательно все прочитаю. Ставь лайк, подписывайся, жми бубенчик. Удачи!